Сегодня на заседании Кабинета министров республики глава Чувашии дал поручение разобраться с ситуацией, которая произошла с полигоном захоронения отходов в Новочебоксарске. 7 июня там и на мусоросортировочном заводе отключили электричество. Пока предприятия не работали, твердые бытовые отходы вывозили на цивильский полигон по аварийной схеме. После вмешательства прокуратуры Чувашии 8 июня подачу электричества восстановили. Олег Николаев поручил разобраться, как такое в принципе могло произойти. Есть перечень организаций, которым нельзя отключить электричество, так как это может привести к нежелательным экономическим, экологическим или социальным последствиям. А новочебоксарский филиал компании «Ситиматик» относится к таким объектам. Выяснилась ситуация, что данный объект по какой-то причине не был включен в числе объектов, которые не подлежат отключению от электрической энергии. Прошу Министерство природы в кратчайшие сроки устранить этот пробел и включить данный объект в число тех, которые не должны отключаться ни при каких обстоятельствах. Но при этом выявились и ряд других моментов, которые лежат в плоскости недобросовестной конкуренции и, скажем так, применение доминирующего или монопольного положения на рынке. Поэтому прошу сделать соответствующее обращение в прокуратуру Чувашской Республики на предмет исполнения федерального законодательства со стороны концессионера и дать соответствующую оценку. Также известно, что электричество на полигоне было отключено за огромные долги собственника «Ситиматика» перед энергетиками. Сейчас прокуратуре Чувашии и антимонопольной службе предстоит разобраться в законности действий каждого из участников процесса, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.